Други мои, вот я уже практически в Турции оказался. Границу перешли, причем такой большой дом, там все хорошо очень устроено. Вот. Как самурай у реки границу пересек. Это не река, а Черное море. Сейчас автобусик вот такого типа приедет за нами. Наш же. И поедем в Анталию. Комплекс Флоренцо Хамсин. Я сюда пришел поторговаться за жилище. Вот бассейнчик. Вот это он какую-то назвал высоковатую. Я буду долго думать. И, наверное, буду куда-то в другой. Вот я. Это представляю. Мое новое жилище. Американского типа с барной тонкой сидушкой, салон для просмотра телевизора и спаленка о трех вообще местах. Все очень красиво, новое все, да, и балкон. Вид с балкона будет отдельный видео. А вот, как поется в известной песне, крыша дома моего. Получается седьмой этаж, наш восьмой. Такой вид открывается. Ну как вид. Камни, дома и вот кусочек мальчика. Это утренний вид с нашего, с крыши нашего отеля в Луксоре. Суровый, конечно, зелени как-то так не очень много, только там вдали может какой-то оазис. Так все это выглядит. Суровое февральское луксорское утро. А это возвращение из города мертвых, с западного берега в город, соответственно, живых, или не живущих, или веки веков живущих. Только что отчалили на большом, городе отчалили. В Луксоре он выглядит вот так вот. Стоянка катеров, филюк с белым парусом. Всякого рода лодочки, весельные, моторные. И виден западный берег, он же город мертвых. А мы сейчас на восточном берегу, соответственно, в городе живых пока еще. Мы же живы, правильно? Вот так это выглядит. Смотрим из-за забора на луксорский храм. Сейчас мы в него войдем. Сначала найдем какую-то лазейку или кассу официальную, найдем и зайдем туда и будем уже снимать все оттуда. А выглядит из-за забора. Сегодня солнышка нет, для прогулки время вроде как нормальное. Я из Луксорского храма по аллее вот этих вот симусов позади. По этой аллее я иду в Карнакский храм. Метро 2, наверное. Так я так и буду идти. Вот туда-туда, по прямой мощеной дороге.
это убытие поезда со станции Луксор. Бывает такой огромный поезд с нефтепродуктами, как я понял.